Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Иванова Лариса, и я хочу показать, где я сейчас нахожусь. А нахожусь я, друзья, в Дубае, в одном из самых престижных, дорогих районов. Здесь действительно отдыхают только обеспеченные люди, сюда приезжают американцы, европейцы. Ну и очень приятно, что сегодня Всевышний позволил находиться здесь и мне. Я покажу свои апартаменты. Я заселилась в отель 5 звезд, который называется Hub Tour Grand. Ну и все по порядку. Вот все необходимые комнаты. Здесь у меня, видите, барная стоечка, стол большой, стол маленький. Все очень уютно, красиво, ночнички, много кресел, телефон. Есть все необходимое. И есть выход на балкон. Посмотрите, как здесь здорово. Здесь вот можно сидеть, отдыхать прямо на балкончике. Вот такой вот вид с моего балкона. И, конечно, я туда пойду обязательно гулять, потому что там шумно, там весело, играет музыка. Видите, различные бассейны, там их, кстати, много. Вот, есть где поплавать, хотя у нас здесь самый лучший пляж Дубая. И, конечно, я его тоже посещу. Вот такие вот, посмотрите, прудики, мостики. Красота. Это, конечно, только первое впечатление, потому что я представляю, сколько еще здесь всего разного я увижу. Ну и так, от гостиной перехожу во вторую комнату. Тоже огромная комната. Это спальня. Вот. Вот так выглядит моя спальня. Телевизор. Все в зеркалах, в диванчиках, подушечках, ночничках. И отсюда тоже есть второй выход на балкон. То есть это две огромные комнаты. Очень, конечно, приятно, красиво. Но что здесь еще есть? Ну, телефон, разумеется. Давайте посмотрим, что тут у нас. Ага, шкафчик, холодильник. Так, все необходимо в холодильнике. Ну и разумеется, утюг, гладильная доска, халатики, тапочки. Так. Ага. Душевая. Вот второй туалет и биде. И ванная. Вот такая вот ванная. Здорово, можно принимать массаж. Ну что, я считаю, что очень красиво, здорово. Здесь тоже все необходимые атрибуты для купания. Ну и здесь пилочки, разные расчесочки, зубные щеточки, станок и так далее, и так далее. Телефон, да, в туалете телефон, конечно, очень нужен. Ну, ребята, я вас приветствую. И так здорово, что я сейчас в Дубае. Буду познавать эти удивительные края. Конечно, здесь красиво. Пока ехала, уже много нафотографировала. Ну, до встречи, ждите новых фотографий и видео. Пока-пока, до новых встреч. Удачи!